За лучшую фотографию на выборах президента Российской Федерации избиратель может получить 8-й iPhone. Всероссийский конкурс будет открыт 18 марта. В Магадане откроют 41 избирательный участок, разместят специальные фоторамки. После голосования все смогут фотографироваться и стать участниками конкурса. Снимок необходимо разместить в социальных сетях, Instagram и ВКонтакте с хэштегом «Выборы49». Ведущие критерии, которые будут интересны участникам конкурса, это чем они раньше выложат свою фотографию, тем больше баллов они заработают. И также, чем больше лайков наберет фотография, также как бы будет более количество баллов им присвоено. Кроме того, будет работать экспертный совет, который также будет оценивать эти фотографии. Волонтеры готовятся оказать любую помощь в организации съемки, генерации идей по композиции кадра и ответят на вопросы.